Всем привет! Сегодня покажу обзор покупок из супермаркета АТБ. Наш зеленый пакет, такой чек. Сейчас вам расскажу все в ценах. Так, это уже дети слопали. Брали такие вафельки Артек по 6,90. Так, это творог 5%, 30 гривен. 31,90. Дальше креветки. Сейчас будем варить на вечер. Креветочки замороженные. Попробуем. Такие еще очищенные не брали. 400 грамм. 130 гривен. Положу на пакет. Чтоб не это. Вода не стекала. Оно ж размерзается. Так, рис такой. Камалина 29,90. Гречка. Ой, гречка 30 с чем-то, по-моему. Так. Гречка. Гречка 37,90, ребята. Это вообще, что это за цены такие? Сахар 24,50. Дальше. Такие разные макарошки. Это 17,90 спагетти. Масло Малиндам 36,40. Так, два таких соуса. Тартар и бургер по 17,90, а бургер 16,90. Взяла попробовать такую сметану к творожку пряженую. Я такую еще не видела. Написано новинка в АТБ 24,70. Такая смесь перцев 7,80. Огурцы на 19,42. А килограмм 22,85. О, тут даже килограмма нету. Ну, такие огурчики. Я вам скажу, они не мягкие, хорошие огурчики. Помидоры 34,49. Вот так. Тут кило 950 с хвостиками. На 67,26. Так, вафельки Артек, я вначале говорила, да, по 6,90. Орешки, арахис. Так, мы брали разные орешки. По 29,80. Но двух пачечек уже нет, уже два раза брала. Дальше моющее. Кстати, акция была. Это муж моет руки после ремонта машины. Таким... Я посуду ним не мою. Какое-то новенькое будет ему пахнуть. Сейчас понюхаем. Фу. Ох и запах. Акция на Пепси 19,70. Кока-колы опять нету в нашем АТБ. Ее, наверное, и не было. В общем, муж взял Пепси. Такой обзор покупочек. Цены удивляют с каждым разом нас, конечно. Но ничего. Так, такой сырочек со сметанкой. Буду пробовать, как это пряженая сметана. Может, я ее не видела. 10%. Не, написано новинка от Злагоды. С творожком будет очень вкусно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.